Впереди 6 километров и много интересных задач. Одни спортсмены уже на подходе, другие только разогреваются перед забегом. Погода подвела и в буквальном смысле бодрит. Но команды стараются сохранять боевой настрой. Очень холодно, поэтому мы хотим, чтобы нас поскорее выпустили. И мы побежали на офигенный результат, и прям было все здорово. Готовы? На все 100%. Хмурится, на улице плюс 8 и ветер. Бегуны в ожидании своего звездного часа. Команды на позитиве, главный судья тоже. Участникам выдают специальные браслеты, которые позволят определить, сколько суммарно пробежала команда. Старт каждые 2 минуты. Одинцовцы уже на линии старта. Очень круто, выражаю огромную благодарность дирекции спорта мероприятий. Это мероприятие, на этом мероприятии мы принимаем участие несколько раз. 3, 2, 1, 2, 1. На пути 19 препятствий, слэклайн, носилки, подъем с канатами, скакалки, приседания с подскоками. Колючка и брод тоже пришлись по душе спортсменам. Слабенько. Ну, желательно, чтобы оно было поглубже, погрязней и подлинней. Для преодоления таких препятствий нужны хорошая физическая подготовка, выносливость и, конечно, безупречная работа в команде. Пока одни бьют молотом по покрышкам, другие, стоя в планке, ждут. В командах по 6 человек, бывалые и новички, признаются, бегут не ради победы и славы. Команда города Зарайска приехали сюда не за победой, а за участием. Всем физкульт-привет! Это пропаганда, во-первых, здорового образа жизни, да, чтобы на нас смотрели подрастающие поколения и тоже выступали, да, бегали, гонки. Сегодня нет задачи победа, сегодня есть задача улыбки, объединение людей, дружба на фоне спорта. И это наша главная задача, ну и, конечно, чтобы без травм ребята прошли. Сегодня здесь 200 команд, и регистрация закрылась за час. То есть можно было и больше, но вы прекрасно понимаете, есть такая ковидная ситуация, и мы максимально развели потоки, чтобы ребята старались не пересекаться во время гонки и не получить никакой негативной истории. На финише командам вручают уникальные медали, сделанные специально для участников этой гонки. На медали красуется надпись «Забег с препятствиями». Это очень клево. Все понравилось. Ползать лучше всего. Для нас нет сложных препятствий. Мы все выполнили на лайте, легко, войны, долгопы. Команда сильная и мужественная, и выносливая. Забег с препятствиями стал завершающим мероприятием легкоатлетического сезона и серии спортивно-массовых стартов «Живу спортом» в Московской области. По традиции участники фотографируются на память. Евгения Августина, Татьяна Мигдаль, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».